Меня зовут Вика, и у меня есть друг Дима. Дима классный парень, и мы дружим с ним довольно давно. Но он строит очень много планов на будущее, в которых нет места для меня. И я просто не представляю жить без него. Но папа мне говорит, что в жизни все решаемо, ведь я встречу еще много хороших людей. Знаете, я ему, наверное, поверю.